Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забывай про опцию «Супер спасибо» и заказом батл на любимых исполнителей. Артем, спасибо. Ребятки, слушаем батл. Ребят, пошумим? Пошумим, друзья! Поехали! В Телеграме конкурс на 15 реакций, если кто хочет. Да. Участвуйте. Всем салют, дорогие друзья, меня Привет. Зовут Отто, и это 140 BPM Battle, где самые горячие минуса, самые техничные MC, и помните, ни слова, грани! За звук на сегодняшнем ивенте отвечает студия White Records. White Records, обращайтесь, лучший звук и все такое. А за пультом диджейским у нас диджей Бирдус! Новая месяц назад вышла только. Ой, нет. Новая. Слушай, я не знаю, что это. Я не знаю. Я начинаю слушать. Мне прям мурашки по телу бегают. Почему? А? Мне так нравится, да, получается. Организм прям говорит, прям вот мурашки, ты понимаешь, бегают. Я так хочу смотреть, да. Вот не знаю почему. Почему? Вот прям по всему телу. Ты фанат батлов. Это нормально у меня или ненормально? Я что-то переживаю. Да, нормально. Это норма. Норма? Да, нормально. Да. Система от меня, представься. Смоук, план Б, Гомель, Беларусь. Чё? Смоук! Смоук, привет! Я знаю, ты меня смотрел. Привет, Смоук! Камеру надо здороваться. Смоук, привет! Я знаю, что ты меня смотрел. МС справа от меня, представься! Ребят, как вы все, наверное, поняли, я нормальный и адекватный человек, Микси. Поэтому... Насчет Микси. Микси мы смотрели с тобой один раз. У него был рюкзак в форме обезьяны. Он неплохо выступал. Угу. Сегодня взял на себя ответственность произнести эту речь, потому что, как нам всем известно, поэта-натура — это очень такая чуткая и хрупкая штука. И когда на сцену выходит артист, в которого никто не верит, в победе которого сомневается каждый присутствующий, я считаю, что нам нужно поддержать этого человека, поэтому все вместе похлопаем Смоуку, братан! Извини, тебе сегодня не повезло, это Микси, мать... Смоук уж точно не сомневается в своей победе. Да-да. То Микс, йоу! Ну это к Микси какое-то отношение немножко неоднозначное, почему-то. По итогам же этот батл начинает Микси, дайте шуму! Не круто, знаешь, батя, другу против голограмм. Я лично Смоуку написал, мол, приходи на стрим, мы проведем хотя базар. На стрим он приходить не стал, слишком высок пьедестал. Он фаворит, что пизда, корона ебет на вискам. Пришел на ковровой дорожке, чтоб я тебя в нее тут закатал. Никаких секретов, это просто любым делу. Плюс талант и без наценок, я поглощу тебя, как паразит или как веном. Твоя душа уже за небом, сможешь, мол, какого хера. С морем лицем тебя грело, все будет ровно, но я желом. Я будто твой далекий предок, мне похуй на тебя-то в целом. Знаешь, мальчик, тебе не помогут столь... Начало нормально, мне нравится, прям вот с первой ноточки, да, во-первых, и бит хороший, да, мне нравится такой интересный, да, прям необычный какой-то, и исполнение прекрасное, нравится мне. В скучном тексте даже нейросети, зря я трачу время, текст на людей, что даже не имеют цели, и ты мог бы, правда, тут споткнуться нахуй и на ровном месте, но ты просто лох, и ты просто ползал лишь на коленях, я гипсон, лайспол, ты укулеле, могу позволить себе сравнение, типа ты что-то, а я другое, хоть 17 раз ведут я легенда, и в твоем куплете нет нихуя, что меня заденет, ты не щупал дно, ты не знаешь ценника, я выплыл целым через море чей-то, они толкали меня в плечи, но я продолжал идти. Будто бы я Конор МакГрегор. Как динозавр. У ног настанет вечер, я взять забыл с собой косяк. Ты побежишь за ним, как нехуй. Ведь мы Бринг Соук. Будут фаворит, это Смоук. Будут проебет, это Смоук. Кто-то смог, но так кто не смог. Бринг Соук. Вот тоби идут, а кто смог. Моя реальность из двоих снов. Я вышел с бинзов, и да, а снов Смоук, выиграй. Бринг Соук. Будут фаворит, это Смоук. Будут проебет, это Смоук. Кто-то смог, но так кто не смог. Мне нравится бит, мне нравится, как он выступает. Я классно. Не совсем понимаю вот эти вот комментарии,
какие-то странные комментарии про Микси пишут. Мы, конечно, его второй раз смотрим, мы особо не в курсе, что там он где вытворял. Но да, ну хорошо получается у него подбиты. И читает хорошо, подбиты хорошо. Это вот подбиты читается, читает или поет, вот получается, все-таки правильно, как это? Он же здесь же как-то вот и читает, и как-то у него все равно мелодично получается. Вот как правильно сказать? Вот мне нравится, он и голос меняет, он так да, музыкально, музыкально получается. Жёсткий зов, беда, основ, чё-чё-чё. Не ожидал уёбок, я тут планный босс, куплет, как жирный броник. Ща услышишь звук, я забираю поинт. Ты в натуре комик, я не жду твой номер. И мне не до смеха, я не знаю, кто ты. И не лезь мне в сердце, там воняет кровью. Всюду смог, я не вижу. На Отто смотри, на Отто. Так темно, будто тут только я с бетон. Всюду смог, всюду смог. И я делаю стабный вздох тебя. Я вижу, как сквозь стекло твои ноги трясутся, как будто тут скользкий пол. Раунд. У меня сопли полетели. Красиво. У кого? У Микси? Да. Да, они часто выступают с температурами. Микси, как вам? Вот ты, по-моему, опять что ли простыл? Вот ты ведущий. Отвечай этому первым раундом, смог! У него опять голос охрипший. Он голос такой у него. А? У него такой голос. Да? Где? Машина! Ту-ту-ту. Горят респект. Ох. Йо. А? Где? Камбэк 140 потихой в тайне. Потом интрига, Миша, Сайфер. Все ждали тут самых техничных МС. А получили, блядь, Микси в грамме такие вот. Времена нынче, парни, вы вечно фантик. Молодец, молодца. Да по тебе давно дурка плачет. Надеюсь, долбоёбы тут хотя бы не платят. А модель твоих коллег по цеху голубинкин. Ну реально зал качает, качает. Смотри как, да? Зал прям, да? Да. Молодец, что... классно читает. И такой голос у него, да, он прям такие интонации меняет, да, и текст мне нравится. Да, ну мы вот смотрим батлы сколько, пару месяцев, так активно. И у многих батлеров голоса немножко как-то схожи бывает. Mm-hmm. Но вот Смоука, например, если бы мне включили, например, сказали, угадай, чей голос, то Смоука, я бы узнала. А ты? Mm-hmm. У него как-то особый звонкий голос. Звонкий интересно. Голос, да, да, да. И вот интересное какая... окончание. Да, идет. Да, да. Вот как-то вот его голос, да. Голос запоминающийся у него. Давай дальше. Я еще подобу машину. Да-да-да. Не зашкварно подметать этот мусор, парень. Какой миксер, айбакс или бриз, их дай мне напарник. Но первый зассал, как последняя крыса. У второго кровь из носа вместе с соплями. Давай поиграем. Зря ты палец за лупу, твой лорал на битах. Почивай, Калуга. Ебаный год за 60 в текстурах и отпит. Слушай, я не пойму. Он так активно читает, да, с такой энергией. Слушай, вопрос хочу задать. Вот он говорит, я простыл, говорит, да? Все, говорит, соплями, говорит, весь, ну, как... Ну, он прям говорит. Я, говорит, всех соплями, говорит, обрызгал, говорит. А он про сопли говорит. Я не пойму, откуда он это знает, вот? Как он у него это в бите получилось? Слушай, извини, пожалуйста, я это вообще не слышала. Откуда ты это берешь? Ты чё, я... Слушай, значит, получается... Я даже от Смоука это сейчас подожди. Не слышала. Ну ты что, послушай, значит, получается, они текста знают друг друга, понимаешь? Значит, все это вот... Шито-крыто, да? Да. Он же сейчас про сопли отвечал ему. Ты можешь это слово не говорить? А как говорить? Ну послушай, давай немножко открути туда. Я просто удивлена сама. Вот давай. Вот слушай. Я трещины пальчик, да по тебе ж давно дурка плачет. Надеюсь, долбоёбы тут хотя бы не платят, а? Модель твоих коллег по цеху голубей пиндеха поджарил невкусно. Я ещё подобу ваш ментор, что мне не зашкварно подметать этот мусор, парень. Какой миксер, айбакс или бризи, их дай мне напарник. Но первый зассал, как последняя крыса. У второго кровь из носа вместе с соплями. Давай поиграем, зря ты палец за лупу. Твой лорал на битах, почивай, Калуга. Ебаный год за 60 в текстурах. Я в Питере теперь знаю, что делать с трупом. Я в оппонентов лёгкую заверну, либо не бэкап пищевую плёнку. Они еще тут под оплёку, ты покажешь жопу, я достану плётку. Классно, скажи, читает, да? Да, да. Ну, шикарно. Вот тоже один из лучших. Вот, и даже не знаешь, да, да? Вот один из лучших. Это, вот, было, это был один из первых батлеров, которого да, мы узнали. Да, да, один из лучших. Очень круто. Голос шикарный. Он такой чёткий, он такой энергичный, звонкий. Да. Энергичный, да? Вообще классно. Мне очень нравится. Действительно, его ни с кем не спутаешь. Нет, вот услышишь, если просто, да. Например, будет какой-то конкурс, угадай батлера, например, да, просто включить звук без, например, картинки, да, просто по звуку определить. Смоука, конечно, да, определишь. Да, да, давай. Ну что ты за чудо-чип? Я не верю батлю, а топчу в грязи. Напротив, стайлом гокола фофта. Мне еще никогда так не сочувствовали. Тебя достали изброшенные утвари. Смоуки, жалей его, хустрани. Давай с пруфами, что он хуй с горы. Ща он откроет рот, какие пруфы еще нужны. А теперь лови базу, блядь. И сами смотри, только стык базовый. Ух ты! Не оппонента, подарок то, что
а? Ну скажи, качает, а? Скажи, как качает, а? Да, ну реально, да? Я энергию прям с зала получаю тоже. Драйв. Там как, да? Драйв, да? Скажи. Да, он драйва дал, конечно. Да, дрозда дал. Драйва. Да, молодец, шикарно. Шикарно. Отрабатывает по полной. И, не знаешь, и текст классный, да? Трудяга. И немножко такие есть, да, панчики такие колюченькие, да? Ну, вообще-то прелесть все. Грань-то не переходит все равно, да? Да, да. Молодец. За повстанца наш разрушитель времени обоссался, пространство вещали, кому нахуй не сдался, мальчик пиздец вернулся, хули здравствуй! Молодец, молодец, шикарно! Молодец, молодец. Это был первый раунд Смога, как вам? Встречаете второй раунд Пиксина! Ну-ка, Пикси посмотрим. Я не Александр Невский, но скажу, как делать рэпчик. Его надо делать вот так вот. Твой байник детский, тебе повезло. Буду бодрить, понятно? Стану богом смерти, теперь не микро. Это мой зомбак-то. Чем тебе помочь, расскажи, мальчик, не бойся. Найдем твою мамку, когда-то станешь старше выглядеть. То ключевое слово тут когда-то. Да я ёбну, ты анимешник. Хоть не бьюсь, но буду как изи. С тобой точно можно пройти по 1-3-4 у Кайна изи. Говоря, что дети цветы жизни, я скрутил эти цветы в косяк. И не спишь со своими родителями, только потому, что их нет у тебя. Пошел нахуй, я делаю бабки, заставляя людей плакать, а после ебашь слэм. Тебя ожидает смерть, ты не уважил ведь меня, хотя можем поспорить, имею я больше дел, но как бы не по... Слушай, ну тоже, вот даже, что скажешь, тоже хорошо читает, да? Вот мы попали на там, он такой батл, на классный, да? Угу. На четкий угу, прям батл. Угу. Такие исполнители два, вот батлеры, да? Угу. Классные, сильные исполнители, да? Скажи. Да. И текста хорошие. Ну, Микси тоже хорошо читает. Хорошо читает. Тоже читаю. Голос красивый, да, да. Приятно слушать. Особенно, когда он тоже вот голос от высокого раз пониже пошел, раз выше поднялся. И текст хороший. Угу, интересно, слушать интересно. Не так просто такой вот монотонный такой. Когда ждешь, чтобы бы скорее прошел. Да, да, да. А да. Это интересно слушать. Сейчас вот время пройдет, даже не замечу. Потому что я балдею. Пожалел, ты вроде зеленый был, но теперь вижу я мальчик, ты пошел дел. Я живой код, это считай программы. Сделал шоу, так уважай программу. Не смотрю телек, не читай программы. Я бросил соль, читай программы. Ты как голограмма, вижу, но не чувствую. Ты как голограмма. Ты как голограмма, вижу, но не чувствую. Все закономерно, будто выдох после вдоха, сигарета после траха и как небо после гроба. Йоу, как твой камбэк после проёба и мой проёб по жизни после того, как я тебя ёбну. Тут ты говори на материал, я передвину, как титан, ты дилетант, тебе есть вопросы. Все, что ты хотел, я потерял, а потом как меридиан, и теперь как материал закон стал. Я тебя теперь один апостол, я ебашу жестко. Я сорву тебе в натуре бочку, будто Чарли Бокс или приход от кокса. Ты пока под кровать ходил, я бы их воды кошмарил, тут каждый готов воевать. Но практика покажет нам тут, чтобы воевать, ты должен быть нарелевать. Не конфета я, ты лишь фальтик, всем известно, ты понимаешь? Отсоединение... На одном дыхании. Угу. На одном дыхании такое большое длинное предложение. Это должна дыхалка так хорошо работать, да? Это то, что... Это наш мощь. Это тренировка, тренировка. Да, это мощь. Кардиотренировка. Давай дальше. Ел, братишка, ты знаешь, где было все детство, видимо, ебал твою мать. Братишка же, братишки, братишка же, братишка. Молодцы. Это был второй раунд, Пикси, как вам? Молодец, молодец. Очень хорошо, четко сделал. Второй раунд, смог, план Б. Смог, план Б. Что за план Б? Второй псевдоним. Да ты что? Угу. План Б? Угу. Ты берешь? Нет, смог план Б. Микси, человек многих талантов. Люди говорят о тебе только неправду. Его поцеловали все боги в палатку. Уверен, угол целовал бы ноги на батлах. Потом сломал бы фалангу, ты забыл от боли броду с собаком. Так рисовался, актерски заплакал бы. Ну, этот мастер, мини человек синдром абсолютно хом не позер. Дорожка в ноздрях и Микси актер. Горошка напрягся, сердце в 17-й. Ты такой дерзкий там, перепутал Куценко с Рестером. Бойся меня, правда беги. Я твой страх, ведь глаза велики. Это по мне говорят, даже не градусы стёп. Но тут я сценарий, сука, я режиссер, хочет захватить все. У Смока еще так мимика интересно работает. Она, знаешь, когда он начинает ее применять,
его текст становится еще более убедительным, то, что он говорит. Mm-hmm. Интересно тоже, интересно. Очень интересный артист, интересный. Один из истеричных. Да. Мы с тобой давно не слушали, мы прям соскучилась. А Микси что-то глаза закрыл. Слушай, а Микси на девчонку похож, да, с косынкой этой. Он из себя даже девчонку делает. Ну, он, наверное, шутит так. Ну, шутка, конечно, естественно, шутка, конечно. Мы имеем до семнашки две, но ты в обеих. Роли меняешь, чтобы в край подался, был дизастр. Что, видимо, тизераскал Микси, это раз. Качать головой. Маску Максим Блок, может, псевдоним замажет, потому как тебя так и тянет в кино. Ведь ты никто без персонажа, наш герой. Такой типа из 90-х, типа злой. Весь такой безумный монстр, знаю роль. Прямо твое место под солнцем. На самом деле много панчи идет, да, много секретов раскрывается Микси. У Микси какая-то была история с его девушкой какая-то нехорошая. Я там в подробности не вникала особо, но я не знаю. Что? Да. Ну, там что-то почему такое, ты мне да. не говорила? Я тоже в подробности почему не знаю. Почему ты мне не рассказываешь такие секреты? Ты же знаешь, ну вот и тут секреты даже, любопытная. Про которые мы не знаем половину. Зомби по имени Микси, это пиздец. Видимо, как-то в грибы тебе девочка мепочка подмешала кардицепс. И ты получил все, чего только достоин. Хавай траву, поклоняйся Кришне. И прогибаться под волей сильных. Вот она главная роль твоей жизни, сука! Это был второй раунд Смога, как вам? Бля, смотрите на Анвара, когда читает Смога, это вообще охуенно. Итак, завершающий раунд от Микси, мазафака, Микс, встречай! Е-е-е, спасибо, ребят, вы отличная публика. Пусть красивый, да, у него прям... И вас вертушный вопрос. Вот такие скучные биты выбирает Смоук. Тут лицом не будет дикого флоу и дикой подачи. У меня нету оппонента, кроме бита и майка. Ведь смешно то, что, если честно признаться, падла, не смотрел ни одного твоего ебаного падла. Состригали шишки мы по чистый газон. Может быть, красные малышки, но у нас чистый район. Нужно парашют, ведь альцо хай, уверен, был чистый полет. Ты выбрал модный стильный бит, это был чистый проеб. Ты мог пройти меня, гет-гет. Ну, классно голосом. Слушай, сейчас играет. Хорошо. Да. Ну, вот тоже это опять да, повторюсь, вот сейчас... да? Он изменил подачу, тоже угу. Классно звучит. Прелесть. От голоса тоже большая роль играет, да, голос вообще. Угу. Если честно, честно, и так и сяк, но ты не ври себе. Видно же, что ты и так и сяк. Ты думал, что сегодня я буду в твоих гостях. Но ты запутался немного, ублюдок, в наших позициях. Дай бать, за толерантность и уважение. Я буду выступать за это, а ты бал закроешь. Ты думал, ты в своих водах устроишь мне столкновение. Но даже ебаный корабль может загореться в открытом море. Эй, поцик, я через нонсенс, как через узкое окно. Я пролазил 100 раз, я журналистика, как Гонза. Я был вдалеке, как будто бы горные шорты. Зови меня волк, воющий на солнце. Говори тут фактами, позволю лишь однажды. Когда МС напротив пробудет хотя бы жажду. Прошлое словно сажа, не пачкает ясный разум. Я дам узом себя заплатил, ты нихуя мне не скажешь. Когда закончу я читать, и камерам все скажут. Стоп, мне за это хлопнут, петь после за тебя хлопнут. Стой, я другой уровень, сам себе настучу узло. После постучу тебе, ну и кто из нас тут МС, урод? Жизнь болото, если попал, не дергайся. Опять дальше у тебя будут только черные полосы. Ведь такой будто ходишь с ебаным черным поясом. Но мой куплет тебя накроет, будто черным оползнем. Зомби качает рукой, я могу делать хоп. Я могу кричать хой, мы панки. Зомби качает рукой, ты такой же, как все. А я немного другой, и это факты. Зомби качает рукой. Я могу делать хоп, я могу кричать хой, мы панки. Зомби качает рукой, восстать из пепла измениться может любой. И это факты, и похуй, что меня в афишу взяли из-за того, что были какие-то траблы в прошлой паре. Сегодня точно понял, парень, к сожалению, для тебя все случайности были не случайны. Батл. Охуенно. Ну, класс, классно сделал этот раунд, хороший, очень понравилось. Хороший батл. Хороший батл. Нет, и бит классный, и он круто прочитал. И ты знаешь, нет такой
Вот пошлятина, да. Да, хотя есть какие-то панчи интересные. Ну, немножко да, это да, есть, да. На это внимание обращаем. И как-то все равно дружелюбно, по-моему, да? Да. А это большую роль играет, что злости нет, да? Угу. Криков таких, там и не да, что там, да, злость. Все так. Хейта да. между ватами, да, да, нет. Да, хейта нет, да. Ненависти нет. Угу. Это хорошо. Это был третий раунд. Мне понравилось, Микси круто выступил. Хорошо, ты что, конечно. Завершает этот батл третий раунд. Smoke Bomb Bad. Николай Гиперион, респект. Ты думал, пришел сюда меряться скиллом? Плохие новости. Пришел победить, ради этого ляжешь кочми, но лишь потому, что я голоден. Откуда важник? Это хуй пойми. Но вот он, Микси на проводе. Показал жопу, кинул команду и ментора. Столько поводов для гордости, а твой гром среди ясного неба. Лишь не на равных, хоть тебе плюсик в карму моему. Так что они не дождутся рефанда. Тут это супа легально. Тебя позвал мой друг Салихарда. Но зачем пятнать прозвище? Шел меня с этим чудовищем. Тогда какой ты мне друг? Вообще облегать суть вещей. Превыш просто поверил в себя. Вышла редкое слияние гиены и змея. Очень-то агрессивная борется в барах. И мужчина прется ядом, да. Но крестиным бог в иерархии. Паразитов, а если цель из Англии, примет цель ему в спину. Вот оно какое Евангелие от Максима. Дополню по горячим следам этого мессии. Подставь правую щеку оппонента, мы отсосим. Ты прогрессивен всегда на стиле. Тогда пососи мой хуй красивый. Почувствуй знакомый привкус. Ух ты, блин, ух ты. Смог. Смог. Давай дальше не буду комментировать это. Ну, он плохие слова сказал. Голос шикарный, естественный. Качает меня, качает. Хорошо, отлично. Ну, немножко мат сказал, я дальше прям растерялся. Что-то он прям прожестил, да? Да, тут давай. Тут у Микси вроде такого не было. Давай. Он почти тот, которым тебя вскормили. И много в чем повинен. Перечисляться не вижу толку. Я лишь, как и все, задаюсь вопросом. Как это живучая тварь не дохнет сегодня в тот день. Ты просто не вывез свой ебаный голос. Сломанный компас, создали монстр этот кайдю. Скорее просто короста, объебанная мефом и коксом. Думал он страх и угроза пара, Максим. Ты не вызываешь эмоций, кроме смеха, стыда и жалости. У Смока жесткий текст в этот раз, да? У него текст прям такой, ну, пожестче, чем у Микси. Ну вот именно вот. Да, да, вот сейчас. Но боковал на все, этот наш правый ахиллес. Думал, если дунуть пятку, то не будет слабых мест. Центральный перст демонстрировал печем бездарный текст. Поставлю на Кришна идти вполне православный крест. Эй, у него теперь планы, амбиции. Хочет заверти по-быстрому, сам же поставил стол карьере к виску, но ждет, когда она выстрелит. Хочет медали за выслугу или признание избранным, извини. Перерождения не будет, это наебалово уровня Кришны. Эй, может, Бога нет, и ты звоночек, камбэк, BPM, и свой ты начал, не с того чел. Ведь ты, считай, закончил. Опускать тебя, между прочим, уже традиция. Тут ежегодная, видно, неплохо ты нагрешил в той жизни, раз переродился в животное. Раунд. Текст прикольный, животным конечно. Респект, всем животным респект. Это был третий раунд Смока, как вам? Молодцы оба. Оба исполнители шикарные. А это охуенно, пиздец, я в ахуе. Простыл. От обоих в ахуе, если что. Слушай, ты каждый раз про Ота говоришь, что он простыл. У него такой голос, понимаешь? Ну, все будет хриплый он. Ну как у него может быть хриплый голос на протяжении там года? У него такой голос и все. Ну, я, может, у него, может, с горлом проблемы. Какие проблемы? Он простывает часто. Нет, нет. Этот батл с улицы. И первым приглашаю судить. Давай, кто выиграет? Даже не знаю. Андрея почему? Я даже не знаю. Ну скажи. Его вообще-то Кирилл зовут. Паша, можно запомнить было. В общем, разные у вас стилечки, конечно. Мне. Ну-ка, давай. Мне понравились некоторые твои приколы. Пачука так посмотрел на Микси, хотя да, сам да. В смешной панамке тоже. Ну, в хорошем смысле, конечно, я имею в виду. Пал второго раунда очень понравилось. И мне кажется, тебе твоя тактика и вообще твой стиль, он хорошо подходит против Смока. Просто, как мне кажется, больше и плотнее по этим приколам надо было делать. Потому что иногда, ну, где-то треть раунду приходилось ждать эти приколы. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я. У Смока панчлайнов было много, на которые не реагировали. Про глаза велики, и на самом деле там много такого было. У Смока было очень много панчи, очень много, действительно. Не успеваешь реагировать, потому что он очень быстро читает, но я в целом все покупал. Мне показалось, Смок был более батловым, злым, агрессивным, техничным. И он батл забрал гол Смоку. О, батл забрал. 1-0 Смок. Следующим приглашаю. Он правда реальный, да? Смок. Алфавита. О, алфавит.
Йо-йо. Торпеда, Нижний Новгород, чемпионы КХЛ. Что касаемо батла. Конечно, Смоук выступил лучше, более технично, более... Это слово не будет сказано с негативным оттекстом, более выдрочено, вот так вот прям, ты-ды-ды, все оттратуил. Но, бля, мне лично... Батлы — субъективная хуйня, мне лично Микси по стильку больше зашел. Вот. Я чувствую за него личность, я чувствую за ним страгл, я чувствую за него персонажа, за которого я хочу болеть. И я сегодня болею за Микси. Интрига! Ну хорошо, 1-1. Чтобы не на сухую, да? В представлении он не нуждается. Илья Мазелов! Ну-ка! Ну вы, конечно, придумали мне интригу разруливать, я давно не был в этом деле. Короче, мы его слушали с тобой, Мазеловы. Во-вторых, батл реально охуенный. Если ты думаешь, что Оксимирон съебался из России, потому что он боится политики, нет. Он слышал, как Смоук читает, и больше ему это нехуй делать вообще. Очень крутая читка, пиздец. У тебя охуенная актерка, у тебя был охуенный перформанс во втором раунде, когда ты сказал, типа, сейчас покажу, как читать рэп, и ты не попал в дроп, это охуенно. Охуенно, то есть. Чувак, это было очень круто, даже если так не задумал, очень пиздато. Вот, короче, блядь, почему я интригую? Короче, вот я могу сказать так, вот правильно сказал Пачуба, что у вас стильки такие, типа, как пазл сочетаемые, то есть вы можете бороться, но Владо сегодня, вот я честно, вот вживую слушал Влада несколько раз, он читает ёбнуто, типа. То есть я думал, что Влад сегодня почивки вот больше забрал. Хотя по панчам, конечно, у тебя было гораздо, не панча, а просто приколы смешнее у тебя были. Ты что-то там надавал, но... Короче, свой гол засмог. Итак, давайте оценить зал. Первым начинал Микси! Отвечал ему Смоук! Микси! Смоук! Этот батл со счетом 2-1 забирает Смоук план Б. Это был 140 BPM батл. Подписывайтесь на все наши соцсети. И мы возвращаемся. Раунд. Так, ребятушки, подведем итоги. Ну, что я могу сказать? Оба исполнителя чудесные. Да, очень яркие. Да, очень яркие. У каждого свой стиль. У каждого свой стиль. И правильно сказал один вот судья, что они подходят вот по стилям, да, они могут соперничать. Нет, стили у них разные, но соперничать они да, могут. Да, да, соперничать. Вот именно у них вот как-то контент получается, да? Или коннект, правильно? Коннект. Коннект правильно получается. У Смок у него свое. Мне кажется, у Смока пожестче был текст. Пожестче текст. Да. А этот, как его зовут, я забыла? Микси? Микси тоже мне понравилось. Понравилось. Да, хорошо. Да, он чуть-чуть поспокойнее у него, да, текст? Более у него текст, как сказать, с каким-то с юмором немного. Да, да, юмористический, я ей говорю, он даже косынку одел. Понимаете? Ребятки, мне все понравилось. Я вот с удовольствием послушала. Я даже, вы знаете, например, начала бы говорить, кому первый, кому второй. Ну, для меня они оба одинаковые. Как я могу сказать? Они в хорошем оба... смысле. Понятно, что они разные артисты, они разные. Талантливые. Но каждый оба по-своему. Талантливы. Каждый по-своему талантлив. Каждый. Ну, почему я вот про Смока могу сказать побольше, да? Мы его больше смотрели. Мы его больше смотрели, ребятки, понимаете? Поэтому Микси или Пикси? Микси. Микси мы с тобой только второй раз смотрим, понимаете? Да, но он классный. Но он классный. Мне оба понравились, ребятки. Оба. Я бы, конечно, хотел, чтобы было бы 1-1. Пока, друзья.